вот так вот начинается Death Stranding. 12 ночи. Собственно, мы ждали, мы дождались. Я не знаю, есть ли смысл что-то говорить. Скрыть спойлеры. Включение и отключение показа знаков, содержащих спойлеры. А, это, по-моему, сетевой контент. Здесь вроде как какой-то сетевой контент присутствует. И если он спойлерный, соответственно, можно это скрыть. Да, мы это скроем. Ну его нахрен. Параметры управления не знаю. Вряд ли есть смысл туда смотреть. Хоть как-то. Язык. Насчет языка. Здесь, кстати, локализация полная. Я прям в шоке. Но, естественно, мы сделаем так. Поэтому, ребята... В частности, ребята на Ютубе, которые очень часто орут то, что, блин, ты в России живешь, играй на русском. Давайте. Давайте будем адекватны, будем слушать прекрасный голос Нормана Ридуса, в конце концов, с его вот этой хрипотцой, которую я не смогу повторить ни в жизнь. Поэтому это все ради Ридуса. Это все он виноват, короче. Голос ББ. Короче, это все он. Пишите ему все претензии. Да, и Мац Микельсон на секундочку. Так что, как бы, да. Здесь у нас все включено. Вход при запуске, портрет. Не. Короче, все остальное вроде нормально. В общем, Death Stranding. Ничего говорить не буду, вы сами все знаете. Если вы не знаете, объяснить вам будет это невозможно. Поэтому начинаем. Эта игра поддерживает автосохранение. Во время записи данных в правом нижнем углу экрана отображается особый значок. Хорошо. Средняя сложность, ибо я не знаю, что меня тут ждет. Начать, да. Это за предзаказ. Херальный золотой цвет. Бронепластины вы можете изготавливать, соответственно. Здесь еще крафт есть. Идите. Найден набор дополнительных материалов активный контур. Вы можете изготавливать соответствующие предметы, как только получите. Мы здесь надолго. Да, харе уж с яркостью понесла. Так, уберите. Уберите вот эту надпись, я все равно ни хрена не вижу. Черт, спалили мою днюху с собаки. Статистически, хоть год не спалили на дом, спасибо, блин. Статистический анализ показывает, что способности Doom зависят от даты рождения индивидуума. О, блин, прикольно. Выберите дату рождения, чтобы мы смогли оценить ваш уровень способностей. Да ладно. Так, все нормально. Это ваш шестой месяц, да? Да, все правильно? Подтвердить. Высокие уровни способности Doom наблюдаются у лиц, родившихся... Я с высокими способностями Doom! Я крутая, как никогда. Даже игра это подтверждает. Раки рулят. Понятно? Там, правда, какие-то дельфины еще были, ну ладно. Наверное, надо было это читать, да? Once there was an explosion. A bang which gave birth to time and space. Once there was an explosion. A bang which set a planet spinning in that space. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. И это мое предположение приведет к тому, что на Ютубе у нас Death Stranding не будет, потому что гребаное музло. Очень офигенное, но гребаное музло. To understand
Блин, офигенное музло. Блин, вороны Саруман летят. Радуга кверх ногами, если это радуга, конечно. Вообще странная хрень. Дождь в этом мире, насколько как бы, мне известно по трейлерам, он что-то там старит людей. И у них такая паршивая защита от этого дождя. Там надо маски, вообще непроницаемые костюмы, что угодно. Они капюшончики, блин, накидывают. Ой. Мне кажется, у нас проблемы сейчас начнутся. Мы всерём свой прекрасный мотоцикл, да? Доставить заказ, пока он не остыл. Шутки, ну можно... Можно начинать, короче. Хорошее начало. Класс. Насрать на бабу, главное, что мотик падает. А вот и геймплей, собственно. Здравствуйте. Перемещение камеры. Так, он пошел сам. Умные лекарства. Центральный узел. Вот, блин, при таком ливне он носит вот такой вот этот сам. Одна капля сраная, и он состарится. О, какое интересное управление. Может, стоило все-таки посмотреть управление? Так, это бег, хорошо. Это, ага. Коснитесь. Мать твою. Сканер грузов. Адердек позволяет сканировать бирки грузов. Каждого доставляемого груза обязательно есть бирка. Блин, прикольно. Да ладно, дайте поковыряться-то, ну. Где труп женщины, если он тут остался вообще, если бы не размотал анатомы? Так. Я нажала, короче, на сенсорную панель, он крикнул. Он кричит, когда я на сенсор жму.
Кому ты орешь? Сейчас опять скажет, да хватит уже. Смотри, кстати, эти веревочки в небо идущие. Центральный узел. А что вот это значит? Вот красный, желтый. Похоже на маркеры, знаешь, у моделек 3D-шных. Так, вот, вот этот звук очень неприятный. Как будто бы кто-то мне... А, это ты звуки такие издаешь. Все понятно. Неприятный звук, но это он его издает, да? Залезть? Куда залезть? Так, мне, короче, мусор надо свой собрать, который я растеряла, да? О боже. Насколько ты у меня ассасин вообще? Блин, что-то глаза разбегаются, я что-то в такой растерянности. Так, как-то обойти тебе надо, да? Ну, ну вот сверху надо, скорее всего. Ой. Можно как-то вот это вот. Не, ну слушай, я тут не за... Где-то там надо залезть, короче, как-то по-культурному. А это что такое? Попысать могу. Естественные надобности. Справляйте естественные надобности вдали от людей и их собственности. Используйте L2, чтобы подготовиться. А затем нажмите R2 для мочеиспускания. Не, ну это святое. Святое, подожди. Я подготовилась. Сейчас. Я когда нервничаю, у меня всегда это происходит. Я ничего не могу с этим поделать. Мы обязаны нассать насчет особенности. Мы это сделаем. Но во мне было не так много жидкости, видишь? Он очень быстро закончил. Научите меня ставить лесенки, или у меня их еще нет? Best game ever. Окей. О, господи. Ага, вот так еще можно. Да? Прикольно. Хорошо. Умные лекарства. О, это что слева? А давай мы сходим налево. А, этот момент был в трейлере. Блин, нельзя смотреть трейлеры, а? Даже когда очень хочется. Инфа про дождь из трейлеров. Вот, кстати, да, он пиписюн-то под дождем достал. Он там не состарился у него, не сморщился, не отвалился еще. Однако, здравствуйте. Заманивает, заманит у меня под дождь хитрая бумажка. Что-то это не очень хорошо. Максимально нехорошо. Тайминг. Найс. Живая.
только не ящик. Ох, не очень хороший знак, да? Прям вообще не очень хороший знак. Напряженно, блин. Даже, ты понимаешь, это начало игры, это заставка. Никто сейчас тебя не сожрет, не убьет, никто тебя не заставит против них бегать. Но, блин, что так напряженно? Когда вот реально геймплей попадет вот против этих чуваков, я орать буду просто как мразь. Не осуждайте меня. Слышишь, просто один миллиметр, блин, влево, вправо, куда угодно, и оно тебя заденет. Ну, слезы — это одна из реакций на вот этих вот, на вот эти вот странные события, насколько известно. То есть они не от страха, там не от чего, а именно просто реакция. Блин, клёво, конечно. Да, у нее шипы пропали с плечей, вот с наплечников, кстати. Может быть, эта хрень тоже реагирует. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. A chiral allergy. So you have dooms, like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Yeah, I've heard of you. That right? Sam Porter Bridges. The man who delivers. Ну, приятного аппетита. You want it? Quiet a day keeps the time fall away. Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Plenty of traitors. Not much left of us now, save for a few honest folks. And on top of that, not much left of me either. Got soaked from neck to toe. I can't help you with that. I make deliveries, that's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Охренеть, у нее зонтик. Неудивительно, что она вымокла. От шеи до ног.
Watch yourself. Those things never stay gone for long. К черту безопасность, даешь фэшн. The time pool fast forwards whatever it touches, but it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridges. Ушла куда-то. Может, эта штука как-то на телеп ее влияет? Потому что когда мы ее сбивали, у нее эти штучки тоже топорщились. Может, она успела? Хотя нет, мы ее вроде сбили. Но здесь вроде вообще все немножко по-другому работает. Так, достать одну из нескольких партий умных лекарств. Красная шкала называется индикатором крови. Если она достигнет нуля, Сэм умрет. Чуть ниже расположена синяя шкала индикатора выносливости. Если она опустит, Сэм станет медленнее передвигаться и часто спотыкаться. Хорошо. Все свое берем с собой. Это правда не наше. Это тоже брошенный груз. Получены лайки. Один. Так, кто-то там вот это вот. Так, а внизу что? Что это такое? А это что? Солнцезащитные очки маска Людена. Любимый аксессуар Сэма. Солнцезащитные очки, созданные по мотивам идеи Homo Ludens. Своим дизайном они напоминают владельцу, что вся жизнь — игра. Их расцветку можно изменить в личном помещении. Давай наденем что. Я модная! По-моему, на полсекунды до удара ушла. Возможно. Но мне прям показалось, что как будто бы она прям сшиблась. Может, показалось. Надо потом пересмотреть. Don't be so serious, кого интересовала музня в самом начале. Вот это она. Хидео Коджима. Съесть криптобио, да. Короче, YouTube, прости, прощай. Не будет у нас этого прохождения. Приходи на Twitch. Первую серию я выложу, конечно. Но за остальным, пожалуйста, приходи на Twitch, потому что, ну, мой канал мне еще дорог, если ты понимаешь. Ну, музня, конечно, оттас просто. Если музня здесь будет играть постоянно, я готова ходить здесь вечно, в принципе. Хотя я пожалею, наверное. Блин, прикольно тоже покричать там. Здесь ничего нет. Е, врывается. А, как, подожди. Не очень понимаю, как этот баланс работает. Золото. С возвращением. 26-й раз. 26-я чашка. Е. Ой-ой-ой. Лох! Лох, это судьба. Ну я не виновата, здесь скользко! Че ты? Че ты в самом деле просто? Ой, слушай, я... А сколько я вообще могу? 120? У меня 20. Слушай, а ты как ты это носишь вообще? Не прикидывайся, что ты сейчас упадешь, ради бога. Вот этого вот. Как он ножки расставляет. А прикинь, будешь убегать от врагов и рожи просто в реку. Пипец, опасно. Поднапряжемся. А
там шмот какой-то лежит. Сэм, как ты это носишь? Сэм, раздражённое хрюканье. Пожрать можем, хорошо. Единственное, знаешь, что, Сириес? О, советы какие-то. Система. Чуть-чуть потише музыку. По сравнению со всем остальным, она что-то орёт. Вот прям орёт. А, как я... Конфетка! Обожаю, блин, когда общая громкость для всего. И музыки, и голосов, и вот этого. Блин, а прикинь, потом такая башня на спине вырастет просто. Да, ребят, всем привет, кто подходит к нам на стрим. Добрый вечер, давайте. Ничему не удивляйтесь. Вообще громкость для всего. Кажется, кто-то не такой уж и гений. Не, может, это специально, знаешь. Хочешь выключить музыку, выключай все, никаких полумер. Надо научиться балансировать, потому что мне вроде пишут вот это плюс вот это, но на, по факту я смотрю, и я не понимаю, есть вообще какой-то эффект или нет. Слушай, мне кажется, кстати, вот эта хрень с покрикиванием, это может быть, вот может быть это вот оно? Ну, то есть, нет, центральный узел какой-то. Может быть, это для фиксации, фиксирования, вернее, твоих там друзей, которые тоже в онлайне, или что-нибудь такое. Что я убьюсь, если я пойду вот так. Здесь же есть вот эти вот онлайновые приколы. А, кажется, поняла. Все. Короче, по горам лучше бегать с зажатыми триггерками, потому что иначе хана и тебе, и грузу. Так, а как-то вот... Ну, я не перейду здесь эту реку. Нужно как-то по-культурному обходить. Тихо, господи. Не, ну здесь прям закрыто. Ты же не пойдешь по вот этой хрени, ты же не сможешь здесь пройти, да? А там вот вроде мелководье какое-то. Дебил. Ой, я чувствую рождение мемасиков. Смотри, на эти ящики у меня поясница заколола. Вот это желтое, это что значит? Типа глубоко там, да? Ну как будто бы да. Что за звук такой? Так, ну пойдем. Хомячий синдром Форева, там все дела. Не, скользкие камни враг мой просто. Давай аккуратно. Блин, это будет очень упорото. Давай, беги в гору. Почему бы не сигануть с 2 метров, когда у тебя 20 с лишним КГ за спиной? Ну, он может вообще 120 носить, слушай. Так что, чего бы нет. Я спи с нас или не с... Тихо! Я спи с нас или нет? Гениально. А прикинь, если Карнуша сейчас будет играть, нажимать, и мы его крики будем слышать. О, господи. Карнуха, ну давай!
Мне, по-моему, пора пописить. Мне игра, по-моему, намекает. Тебе пора пописить! Выпить энергетик. Я не хочу пить энергетик, я хочу пописить. А здесь в любом случае... Всё, нет, не так много, кстати, было. Чувствую, клипов будет много, я чувствую, да. О, здравствуйте. Вот кому она орёт, интересно, вот... В принципе, по умолчанию. Ладно, мы. Так, стибзить. Все, что плохо лежит, все берем. Ох, ну это, конечно, интересно. Корнуха, ну давай, ну откликнись. А чё я опять сюда поднялась-то, господи? Да не тот иди. Харе ссать, я хотела баланс подключить. Ну. Слышь, так пытаешься сохранить баланс, когда за тобой бегут враги, вместо этого начинаешь ссать. Слишком большой вес затрудняет равновесие. Если вам не удается держаться на ногах, используйте треугольник, чтобы выложить часть груза и облегчить свою поклажу. Никакого облегчения поклажи. Достала я на ваших врагов, да-да-да. Можно единственное в руку взять. Что за зуб был? Взять в правую руку. Ни хрена себе. Что? Вес груза близок к максимальному. Вот тут собака. Из руки... А, то есть в руке он... Ну ладно, давай на спине. Пойдет, ладно. Тихо-тихо, меня как собочит, конечно, пипец. Хорошо, в городе, господи, уже... А как же поссать на горы? Смотри, если я отпущу триггеры... Оп! А, еще нужно нажимать триггеры, чтобы он немножечко налево накренился. Идите, это будет сложно. Семьдесят восемь кг, еще немного и все. Да. Так, ладно, сейчас мы все это сбагрим. Ой, боже, тяжело. Тяжело. А, удержание кнопок. Могу просто хотя бы встать. Удержание кнопки. Значок квадратик указывает, что вам нужно просто нажать квадратик, а удерживать... Не просто нажать квадратик, а удерживать кнопку некоторое время. Попробуйте удержать ее до тех пор, пока терминал доставки не отреагирует. Давай. Доставить. Ох, боже, ненавижу вот эти интерфейсы. Я еще ни хрена не разбираюсь. У меня в глазах разбегается обычно. Заказ номер один. Заказ может быть выполнен. Окей, ну выполняй. Подтвердить. Наверное, стоило почитать, что он там в итоге доставил-то. Кроме лекарств. Ну, сбагрил вроде все. Ой, мама. Lost my bike. Sounds like you've been through the ringer. Luckily, our goods are in perfect condition. Well, you did keep us waiting, but everything else seems to be in perfect order, so great work. We'll be awaiting the next delivery. Thank you.
Ай-яй-яй! Что это за звук такой? А на что будет, интересно, влиять вот этот вот уровень Doom? У меня вроде высокий. Это хорошо или плохо, я уж не знаю. Это моя работа. This is my job. Рейтинг S. Ну, я хорошо справилась. Что-то мне тут высвечивается, я еще не разбираюсь. Что-то нашла, короче. Можно это все, в принципе, пропускать? Ну, первое время посмотрим хотя бы, что это такое. А, еще процент повреждений груза есть. Етить. Ничего не поняла, но ладно. О боже, сраная прокачка, серьезно. Че так сложно-то? Короче, доставляй в целости и сохранности, и у тебя больше экспы будет падать за шмот, за этот загруз. Тогда будешь быстрее прокачиваться. Мне кажется, анимешного котика дергают за хвост, чтобы он издавал звуки. Ну что-то вроде, да. Забил. Ничего не понял, но очень интересно, да? Ну, кто-то едет. Мама, или это? Не мама. Егор, Bridges Corpse Disposal. Егор! What I presume? Right. Егор! Talk of it said you had some kind of phobia. Bridges Corpse Disposal? What happened? Look, gotta get a move on. I'll explain as we go. Егор! Come on. Егор! О май гад, все, игра года. Come and take a look. Там ебёнок, что ли? He's got a date with the incinerator. Нет, не ебёнок. How long since he flatlined? We don't know the exact TOD, but I'd say it's been upwards of 40 hours. He wasn't quarantined. Игорь года. This is a suicide. Jesus. Ну ладно, у нас тут атмосфера. We're just lucky we found him at all. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Where are you taking him? Closest incinerator's to the north. This route's crawling with BTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Then just burn the poor bastard right here. To put all that Kyrillium in the air so close to town? Can't do it. Better that than trying for the incinerator. Hey, we can do this. We just need someone like you. With dooms. Oh, vibrirует геймпад. Well, he's already in the first stages of necrosis. If we don't hurry, this place is a crater. So how about it? Can we count on you? Then Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Sam. Just Sam. And I can't spot BTs. Just sense them. That's why we came prepared. A bridge baby, huh? With its help and you, we'll be able to stay one step ahead of them. Makes me feel like shit every time. Well,
You are plugging into the other side. It freaks me out too. Roll out. Чувствую, Игорь не выживет. Что-то мне подсказывает, что он помрет. Сколько раз мы уже видели имя Хидео Кодзимы? Anybody could go anywhere they damn well pleased. No need for couriers like yourself. We had highways, airplanes. Hell, you could even visit other countries. Hard to imagine it now. As you can see, the Death Stranding poked us full of holes. Fucked us beyond all recognition. And if you were lucky enough to survive, the timefall came and washed you away. Then those freaks from the beach showed up. The worlds of the living and the dead all mixed together. And that's when folks started holing up in the cities. Couriers like yourself got put up on a pedestal. Такой краткий экскурс в лор. Что-то, по-моему, дождь собирается. Угу. Son of a bitch. Rainbow! How much further to the incinerator? This guy's about to pop. Shit. We're up to cut to the BTs. Ooh! Класс. Как насчет, да, вот, вот, да. Мне кажется, там уже достаточно капель на тебя упало. Ой. Ой, как все плохо. Ой, как все нехорошо. Я слышу слева. Ой, боже. This BB must be busted or something. Чё, чё, где? Где? Слева, 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 слышу. И, кажется, вижу. Вот, вот, вот с этой стороны, да. Блин, пипец. О, как громко. Смотри, прям растет на ходу. Ну, дождик же старит. Они и вырастают, и тут же вянут. Вот, вот, вот как, блин, вот, вот. Как ему на лицо еще ничего не попало, я не знаю. Что за магия такая? Да, фонарик должен показывать, с какой стороны твари. А это, кстати, да, было в трейлере. Блин, трейлер зло. Уберите очки. Чё, им чё не нравятся очки, они ж клёвые.
Очки зло. Очки меня, блин, защищают хоть как-то, в отличие от этого капюшона. По крайней мере, глаза. Блин, мужик. Боже, не давайте мне геймплей. Пусть он сам сейчас сам что-нибудь делает. Я не хочу ничего делать. Страшно, пипец. О, Трой Бейкер, ты что ли? Может, это его труп был? Нифига там, посмотри, как кровище хлещет с ноги. Блин, бедный мужик, застрелите его уже кто-нибудь. Блин, что-то как-то все очень плохо. Куда ты стреляешь? Не успел. Блин, жесть. Да, от него половина шла. Блин, чё это так охеренно? О, первый самый трейлер на берегу.
Это что-то другое, потому что, видишь, у него все еще наручники, ребенок без капсулы. Это что-то какие-то либо флешбеки, либо флешфорварды. Скорее второе. Ну да, ребят, если кто-то где-то что-то уже видел, Death Stranding, пожалуйста, обойдитесь без спойлеров. И без намеков. Нет, ребят, шрам от Кесарева выглядит по-другому. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ниточки опять эти. О, возвращение. Погибая, Сэм может возвращаться к жизни из места, известного под названием Шов. Попав туда, двигайтесь вдоль нити, чтобы вернуть душу Сэма обратно в тело и воскреснуть. Дети, это шоколадить. Двойное проникновение. Сами, Саню, can you hear me? Сами. Дэдди, говоришь? Жевать, потому что их надо, а не целиком глотать. There was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. Он до этого говорил то, что нужно в крематорий тело отправить, иначе came the next explosion. Кратер будет, ну то есть там перевели как типа ничего здесь не останется, и видимо, смотри, отпечаток. An explosion that will be our last. Короче, понятно, все очень плохо.
Окей, ладно. Пролог, я считаю, пройден, да? Черт, как остановиться. Блин, офигеть, конечно. Не успеваешь, блин, начать, уже одно показывает, второе, третье, ты такой, а потом 40 часов ходьбы, короче, а потом, и титры. Там у кого-то звук, типа, тихо, я не знаю, ребят, делайте громче. Как бы все нормально со звуком. Игра не тихо, я тоже не должна быть тихо. У вас есть колонки, на колонках есть регулятор громкости. У вас есть телефон, там тоже есть регулятор громкости, не поверите. Маски, спокойно. А, вот она, здравствуйте. Я в смысле, слышь? Какого хрена? Эпизод первый. Бриджит. Зомби. О, you're awake. So, how does it feel to be back in the world of the living? Don't worry. I'm a doctor. Well, a coroner. Дель Торо ты. Да, ребят, всем привет, кто подошел. О, ловец снов. Call me dead man. I'm well acquainted with the dead. Not like you, of course. Contrary to the name, I've never actually died. I would advise against that. Treat. I'm no expert, but I can assure you it's for your own protection. See? So I'm a prisoner. These aren't handcuffs. They're cutting-edge devices that keep us all connected. Us? Oh, us. Yep, bridges. Humanity's best hope for the future. Or avoiding extinction, if you prefer. Right. Where am I? What time is it? Watch me. Try pressing it against your skin. Like this. Как игра странно. Relax. That just means your body's got a good connection to the cufflink. Look, look. The cuffs will watch over you 24 hours a day. That is to say, we will. We're here to help. What the hell? 2 days. During that time, we took the liberty of collecting fluid samples from you. You're a repatriate. That makes you very special. What happened to the CD guys? Central Knot was obliterated in the annihilation. Game over, man. Place is a crater. The only ones to get it continue were you, for obvious reasons. And your broken bridge, baby. Is it all right? It's been marked for disposal. Didn't work anymore. Костюмы. Why keep it? Костюмчики. We lost everyone. Not just corpse disposal. My team, HQ, all of Redford, every soul in Central. Да, у него шрам на лбу, а у нас на животе это. We're at our base. In Capital Knot City now. Or should I say, our new headquarters. Sudbury seemed the logical choice. But our implementation team has been decimated. And there's only so much they can do in 2 days. Things here are a mess. Fortunately, the director and his support team were out of town at the time, so the chain of command
remains intact. Ребят, кто ходит спать спокойно? I hate to do this so soon, but I have a job for you. Huh. This stencil is from when you repatriated? What's the other mark from? A clingy woman in a cave. I see. Aphanphosmophobia. No wonder you were out there alone, where no one could touch you. I'll try to be more careful, Sam. So, the job is an urgent delivery. I need you to bring the president some morphine. What president? America's gone. You talking about the mayor of Central Knot? No, not the mayor. America lives on, Sam. The president is in the final stages of cancer, in critical condition, but there's still time. Why me? Look, Sam, do as I ask, and I promise it will all make sense. Why don't you do it? Because I'm not really here. Apologies. This is just a chirogram. And here, come the tears. Allergic reaction to the chiral transmission. I'm actually over in the isolation ward in the big triangle building. Here is the morphine. Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Come on. You got morphine there. What's this about? Tell me the truth. The truth, Sam, is that America's last president wants to see you in person. Are you really about to say no? I'll see you in the isolation ward. Хотя иногда так смотришь, вроде и нет. Пипец, ненавижу, когда на экране 20 тысяч слов, интерфейс или еще чего-нибудь. Конечно. Ну, тут конкретно вряд ли что-то есть, нам нужно все уже выходить. Где моя машинка? Я ногами что ли должен находить? О, безобразие. Писать надо, я считаю. Кит Визард. Check the map on your cufflinks if you're lost, Sam. The isolation ward should be pretty obvious. If you're not sure how to get there, you can set markers and draw routes too. Try it out and you'll see what I mean. Я с радостью. Иди. Пункт назначения. Изолятор. Ну-ка, отдалить, приблизить. Ой, идите, здравствуйте. Ну, кстати. Ну, если здесь не будет еще какой-то карты, то, в принципе, она не очень-то и большая. А как-то выбрать можно? Вот. Ну, это моя метка. Проложить маршрут. Нифига себе.
Ну, предположим. Один хрен, я его чуть не вижу. Надо пописить. Восточный легер? Ну да, вполне, вполне возможно. Что значит потерпишь? Не хочешь, да, около начальства сикать? Так, где культурный выход отсюда? Они как-то не спешат меня выпускать. Э? Что значит off limits? Выпусти меня отсюда. Что бы это ни значило. Что? Дедмен. Спайдермен. Check your compass. It'll never steer you wrong. Provided you have a destination. Режим компаса L1. Окей. Режим от первого лица, я бы его называла. Ну да. На-на-на-на-на-на-на. Где-то тут вас можно культурно поссать. Я считаю, вот здесь самое время. Ты мои слова, что ли, слышишь? Какого хрена? Как это работает? Разгон, кстати, как в 15-й финалке. Вот он идет, идет, а потом так... так вот, бзж, и бежит, как ногти спрям. Что? Central wasn't just home to Bridges HQ. It was also the seat of the Reconstructionist movement. If the president hadn't required special treatment, she would have never left. And if she hadn't, we wouldn't have either. Здесь как-то поиметь какие-нибудь предметы можно? Здесь просто дойти и все. Ну ладно, это было очень сложно. Смотри, Человек-паук, реально лого у них. Паутинка, мосты, бриджес. Типа сеть, ну типа да, паутинка. Friendly neighborhood. Deadman. Какая-то картка доставка, сами не могли. А кто? Он-то голограмма, он не может доставить. Или кто он там? Signs are all trending the same way. No chance of a recovery then? None that I can see. No. We should start making preparations. Sam. It's me. Dead man. Настоящий? Да блин, ну... Sorry. My mistake. Угу. I'm afraid the president's condition has deteriorated. Thank you. This will help to ease the pain. And allow her to speak with you in these final moments. Her? The first and last female president of the United States. Surely you remember her. She raised you? You're not exactly dressed for a reunion. Take that off before you come inside. Костюмчики, костюмчики хочу. Что-то делается. Блин, вот седьмой класс курьера просто сейчас скипнулся. Сейчас бы так эпично было.
Саргун, привет. Пока что очень необычно. That's the president's right-hand man, the director of bridges. Die Hard Man? Oh, you were with Bridges One? So, I guess no introductions are necessary. What's it been, Sam? 10 years? Look at us. A bunch of deathless freaks meeting like this. Сейчас все дружно вспоминают, как он выглядит. Yeah, well, good to see you too. President's waiting. Брюс Уиллис. Ага, чернокожий Брюс Уиллис. It's your mother, Bridget. She's a bit out of it, but I know she'll recognize you. Madam President, we've brought Sam. Нотрон, ты чушь какую-то пишешь. Женщина может быть президентом только во имя толерантности, что ли? Я вообще-то игру делал японец, на секундочку. У них там этого и нет. Лица офигенные, конечно. Amelie. Amelie. You remember Amelie went west. Took her 3 years to cross. She's trying to rebuild the country. Still going on about that, huh? You're the one I wanted to send, Sam. Running out. Help Amelie. She needs you. Блин, офигенные лица просто. Together you can help us reconnect. You can make America whole. Sam, if we don't all come together again, humanity will not survive. We don't need a country. Not anymore. We do. Alone, we have no future. No, America's finished. Bridget, you're the president of jack shit. Sam, listen to me. Так, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Отпечатки рук, смотри, прям. So you are willing to help me? No, I... Sam, I'll be waiting for you on the beach. Madam President! Oh, no. Doctor, we need your help. All hands on deck here. Season B,
чувство, когда ты нихера не понимаешь, но еще-то грустно вообще как-то от всего этого. И ты уже такой, блин, спасти всех! Принести ребенка куда надо. От чего угодно. И опять вот за линией, смотри. Listen. No one can know that the president is dead. If word gets out, Bridges is finished. Now, what happened here does not leave this room. Do you understand? Yes, Director. But there's still the matter of the body. Without corpse disposal. We've got that covered. Sam. Before she died, the president made a contract with you. What are you talking about? As a member of Bridges, you're gonna work with the rest of us to rebuild America. You think you can recruit me? Like she tried to? Well, she succeeded. Look at your wrist. If that's not symbolic, I don't know what is. Director, the cancer spread throughout her entire body. Harvesting organs is out of the question, and there is no need for an autopsy. Her body needs to be cremated before she necrotizes. And if we don't, this place will turn into another crater. В этот раз они перевели как надо, то есть кратер. В прошлый раз нет. We don't have any porters right now. And the CD team you went into the field with are dead. But the president's body has to be burned. The road from Capital Knot City to the incinerator was compromised in the void out. Now, the only way there is on foot. Through the mountains. But the chiral density there is off the chart. It's gotta be BTs. This job has requirements. Tombs. Repatriate. So me? Why? Sam, you're already on the clock. Now get it done, Sam Porter Bridges. Логика сна просто. О-хо-хо. Тащиться с трупом по горам, блин, всегда мечтала. President Strand believed in American Reconstructionism. She worked tirelessly to bring the nation together again. And without her, there would be no Bridges. She deserves a funeral with full honors. But we can't give her that. If she dies, America dies. Without her, Bridges will cease to be. Listen. Her cremation must be carried out with the utmost secrecy. Even if we pull it off, what then? Who's gonna take her place? Face it, America's history. Sam, America isn't dead yet. He just said that it dies if Bridget dies. She may be lost to us, but we still have an America worthy of the presidency. Sorry, what? Let's not get into it now. What matters is that we're going to finish your mother's work and rebuild America as she intended.
That's the reason Bridges exists. So take the first step, Sam, and deliver the president's body to the incinerator. If we don't all come together again, humanity will not survive. You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Как мне нравится, как они подают вот эти моменты, вот, вот такие, когда герой задумывается, вот эта музыка, эмбиент, вот этот офигенный голос. О! The facilities to the southwest. Remember that you'll be passing through BT territory. We built the incinerator way up in the mountains so that the chiral matter in the smoke wouldn't reach the city. It won't be easy carrying a body up there. We'll be monitoring you around the clock. If anything comes up, we'll offer you support via the cufflinks. Чат, давай без политоты, а? Ты бесишь что-то. Постоянно, блин, неправильно я тебя читаю, не могу с наскока. Привет тебе. Сэм, это Дай Харди. Дедмен объяснил, как использовать кафе, правильно? Используй их, чтобы проверить локацию инсинератора. Так, чё там? Крематорий. Как там это делалось-то? Ну, как-то так. Да, подожди. Да, ну? Ну, короче, пускай будет так, ладно. Мама перевешивает немного. I don't think I need to remind you, but every minute counts when transporting corpses for disposal. Я тебя ненавижу. 48 hours following cardiac arrest, they go necro and become a fresh BT to make our lives hell. Fresh PT, он сказал. Вот это мама, не падай, мама! Стоять, мама! Сраное, сраное время. Писать хочется, блин. 90 трупов. Трупы более склонны раскачиваться, я заметила, блин. Писать он не хочет, ладно, хорошо. Тихо, а можно бежать с вот этим вот состоянием? С состоянием баланса? Нет, нельзя, черт, жалко. Блин! Сейчас уронит труп мамы со скалы. Но если я уроню труп мамы, я упаду вместе с ним, потому что мы с ней связаны немножко. Не. Ну окей. Ну слушай, таймер вроде не тикает. Динамической смены дня и ночи тут нет, так что пойди докажи, что здесь 48 часов прошло. Ничего не знаю. Что такое? Never stopped believing they could be reunited. People held on to their hope that America would rise again because they believed in her. We believe that this country can be rebuilt. America lives on, together with Bridget's undying spirit. This is the way. Привет тебе. Ты мой любимый стример, смотрю тебе несколько лет. В таком случае вопрос, почему мы никогда тебя не видели в чате? Что-то не сходится показания, не верю. О, неужто я поеду, слушай, на этой штучке? Срань, не говори, да. Так, здесь я не пройду, да? Окей, а проблема, а как зайти? А, по дороге надо было идти, твою... Мама, мама, давай, оп, мама, давай! О, хорошо, ладно. Все, все под контролем. Все зашиб... А я могу на машине поехать, а? Очень хочется. Нет? А если я еще вежливо попрошу? Да хрен там плавал. Собаки ненавижу. Многие смотрят только на ютубе.
Какого хрена вы смотрите только на ютубе? Приходите на Twitch. Я луркер. Ну это так не считается. Я не могу, кстати, сканировать, мне что-то прям поплохило. Сколько терпеть-то можно, а? Тихо. Короче, включаем баланс, бежим. Алле-улю. Слушай, да ладно, сейчас должно... Очень много народу в это играть. Это что такое? А, лайки можно поставить. Наверное. Что это? Использует сторожевую выску затем. И что мне это дает? Лестничка! Сторожевые вышки позволяют осматривать окружающую местность с высоты, чтобы узнать о функциях вышки, доступных на разных уровнях, улучшения. Удерживайте options, увидите меня настроить. Ни хрена не поняла, но ладно. Ой, что такое? Столичный узел. Ну я же не пойду с трупом туда, правильно? Нет, сперва донести труп, потом все остальное. Ну, метка вроде как-то странно. Так, подожди. Лайк. This one's for you. Не могу. Несколько лайков сразу, чтобы отправить больше лайков, нажмите несколько раз в период отправки. Так, ну ладно. Так, ну это вот это. Устойчивость на сложной местности, ну, какая-то такая. Блин, как тут все непонятно. Меню. Груз. Тело президента Бриджит Стрэнд. Бриджит Стрэнд, которую называли последним президентом Америки, до последнего вздоха не оставляла попыток возродить свою страну. Именно для этой цели она основала организацию Бриджес. Кроме того, она была приемной матерью Сэма. Окей. Ботинки какие-то у меня. А поменять, кстати, можно? А, я могу снять тапки, смотри. А для чего? Не переносит. Так, подожди. А где у меня там были какие-то раскраски? Выбрать несколько. Окей, ладно. Заказы. Данные. Что насчет данных? Журнал. Блин, как тут сложно ориентироваться, идите. А, вот, я не собрала что-то для морфоизолятора. Да в смысле. Советы. Господи, боже мой. Ну, это управление. Рассказка была в очках. Блин, там столько всякого, что я что-то... Совершенно секретно. Кремация тела президента. Хорошо. Доставка трупа. Ну что, таймера вроде нигде нет. Так что, в принципе, покатит. Может, все-таки метнуться сюда? Слушай, смотри. Вот. Налево. Систему. Сохранение мы нашли, етить. А, ну здесь автосохранение, в принципе. Окей. Ой, как много всего, ё-моё. Сложно как-то ориентироваться во всем этом. Здесь я могу пописать, здесь я ничего не могу. Пописай. Пописай. Ты никогда не знаешь, когда приспичит больше всего. Здесь энергетика. А где вам были? А, вот они. Ну, я не могу. Слушай, я могу только снять, могу надеть. Все, здесь нет перекраски. Говорили то, что я могу перекрасить в определенном месте. Но что-то как-то... Что-то... Выравнивайся давай. Чем ему писать 11 миллиметров? Yeah, just like that. 11 миллиметров, я сказала. Миллилитров. Ну и что? Заговорил часик. Ну что? Я много чего говорю в этой жизни. О, как интересно. Ты можешь бегать вместе с балансом? Ну, тяжело, короче. Потом будет своя комната. Хорошо. Вон, уже 12 миллилитров, на секундочку. Мне кажется, самое время.
Я надеюсь, меня, кстати, вот туда-то пустят. Вот там просто чувак какой-то. Но я не хочу туда с трупом тащиться. Это как-то не очень. Ну, понеслась. Блин, обожаю музню в играх. Что, Ремеди подрубают постоянно поэтов или еще что-нибудь? Здесь вон какие ребята. Сейчас еще мордой в камень упасть под музыку. Здесь на Твиче мьютиться это не будет. Тихо. Игорь! Некий Игорь поставил лестничку, мы можем лайкнуть. И пройти. Тихо. Спасибо, Игорь, за лестницу. Музло в игре, да? Офигенно музыка подобрана. Ты часть меня, я часть тебя. Боунс, понимаешь? Прикольно. Червячки, блин, не могу пожрать даже, наверное, да? Могу подождать. Мама, мама, перерыв на обед, подождите. Сэм отказывается писать, когда переходит по лестнице, просто за то, чтобы держать баланс, отвечают левый-правый триггер, то есть L2, R2. L2 также отвечает за то, чтобы расстегнуть ширинку и подготовиться. И вот когда ты нажимаешь баланс, он думает, что ты его просишь как бы подготовиться. Вот, видишь? Хотя, по сути, я просто выравниваюсь. Долбанулся, говорит, сейчас ссать не время, я труп матери несу, блин, на горбу. А как, блин, выравнивать тебе баланс, чтобы ты не жаловался, блин? Да хватит. Да, видишь, что происходит, зараза? Игорь. Вот видишь, блин, как сделать так, чтобы он выровнялся, но при этом не пытался пописать. Короче, очень странно. Ну ладно. Слушай, а я там пройду вообще, а? Может, стоило сейчас как раз перейти? Да, хватит. Давай, подожди. Вот, видишь, он опять это делает. Он не хочет, кстати, сканировать. А, он задерживает дыхание, когда нужно. А где мой скан, простите, извините? Потому что я там не перелезу. Может, все-таки по реке? Да я не пытаюсь! Боже. О, тихо. Говорят, тут час можно доставлять посылки, и ничего не происходит. Только музыка играет. Гениально. Полурелакс какой-нибудь такой. Слушай, а как я там залезу-то?
Я же не настолько скалолаз, видите. Вот здесь, если только... Вот мне бы... Блин, а можно было стиснуть ту лестницу, а? Себе забрать? Чё, да... Тихо, тихо, не врони, мать! Естественно, есть ачивка, которая отвечает за это. Может, надо было все-таки сюда заползти? Каким-нибудь... Хотя мы там были. Просто две лестницы, они, мне кажется, так не просто так. Наверное. Или они просто лежат. Наклонить карту. Ууу! 3D! Ты гля. Мне это не поможет, конечно. Ну смотри, вот здесь есть перевал такой легкий. Он вот там есть, вот выше, там, где президент написано. И вот там, где 72 метра. Но пройду ли я там? Потому что здесь вот водопад, мне уже туда не стоит идти явно. Да я не пытаюсь, я пытаюсь держать баланс. Господи. Между гор пройди. Вот я сейчас туда и иду как раз. 17 миллилитров, Сэм, уже пора. Вот тут, вот тут, мне кажется, можем протиснуться. Чего? Сканер рельефа. Спасибо, вы вернули мне сканер. В чем проблема была раньше его прожать? Я тебя ненавижу. А, слушай, может быть, я до этого не нажимала, а зажимала. Может, поэтому он этого не делал. Потому что зажать — это именно задержать дыхание. Наверное, это я, короче. Задрал меня. Вечно сущий Норман Ридус. Что будет, если нажать на стики во время движения? На стики? Ну, на правый стик он меняет вот это вот. На левый стик он бежит обычно. Но здесь я не рискну убежать. Скажем прямо. Не с Сэм прорвемся, да. Короче, чтобы он не жаловался на санину, на эту свою, нужно сперва, наверное, R2 нажимать, а потом уже L2. И тогда он подрубает просто баланс без всякого вот этого. Без жалоб. Видишь, он одной рукой держит. Одной рукой, двумя руками. Сплошная мини-игра просто. Схватить. Пошел. Короче, вроде как сетевая фигня, которая будет в игре, это вот... Тихо. Стоять. Я вовремя я нажала, не надо мне тут... Ты можешь лайкать, например, чужие вот эти вот лестнички, еще что-нибудь, и, соответственно... Да. Как бы спасибо за помощь, я пошел. Слушай, а как ты? Ты сам пойдешь без моего участия? You, пока что это как бы неписевские. Взять за веревку. А, вот веревка, идите, здравствуйте. Лайк за веревку, спасибо. Ну, куда-то он там, короче, ставится. Блин, я сейчас мордой впишусь куда-нибудь, я вам точно говорю. Когда ползешь по веревке, вроде никуда больше нажать не надо, ну, только стик вверх делаешь и все. Отпусти веревку, ради бога. Ой, не убийца, ради бога. Так, сейчас. Так, мне туда, окей. Короче, сперва... как сказать, господи? Основной своей рукой, то бишь правой, в данном случае, берешься за этот самый, потом левый. И тогда, да, он не жалуется на то, что писать хочет. Точнее, то, что я его пытаюсь заставить. Так, вот это очень нехорошо, мне кажется.
Щемануть через поле можно было бы. Но мне кажется, я уроню маму. Сохранение. А как же автосохранение? То, что мне игра намекает, то, что я могу сохранить, это очень странно. Точнее, это очень не очень. Так, а есть что-нибудь помимо? Нифига, сколько там лестниц. Мне кажется, пора пописить. Не? По-моему, отлично. По-моему, не роняй маму. Блин, ну вот это тупо постоянно триггерится. Мочевой перебор. Мочевой перебор, господи. Мочевой пузырь. Это наверняка Игорь изначала. Ну да, я и говорю, непись. Не падай, ради бога. Да не падайте, говорят. Кремировать. Давай. Такая, let me out of here, Sam! What are you doing, Sam? О, черт. Кармелиум density in the area is climbing rapidly. Heavy timefall is imminent. Get back here, now. Ты видел, какие там горы, как тебе быстро? Sam, burn the other cargo while you're there. Ну, Рорин, спокойно. Ты ебёнок? What's this? BB-28. It's the unit Igor was assigned. 28-й, отлично. Назовём тебя Коннор. But why is it here? Because it's flagged for disposal. Central Knot's gone, and our headquarters along with it. Because that thing didn't do its job. It's all in Igor's logs. Он его пожалеет, да? But it's still alive. And it can't survive outside the pod. Pity it if you want, but the decision has been made. It has to go. Решение принято. Его зовут Коннор. Говорит, ребенка сжечь? Да, потому что он неисправен. Девиант. Сейчас нас будут учить задерживать дыхание, потому что уже пора на самом деле. Status is fucked.
There's tons of them. Хана нам. Comes with the territory, I'm afraid. Can you sit out the rain? No. They're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure. But the surrounding area will still be a crater. Тем более надо валить от места кремации, потому что она может нам понадобиться. Вставляй. Ребенок неисправен. Вы пробовали выключить и включить? Пробовали в процессе. О, начинается. Короче, эта гнида будет ломаться по ходу игры, точно вам говорю. Надо же здесь ребенка, кстати, баюгать с помощью геймпада. А, твою мать. Как там в стелс входить? Я искренне стараюсь. Сейчас резко, знаешь, вместо 22 миллилитров 38. Если бы у меня были яйца, они бы сейчас сжались. Ребенок! Зачем я крикнула врагам? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос, зачем я крикнула врагам? Стряхнуть говно. Зачем я... Я думала, может его успокоить на этот самый. Вместо этого я крикнула врагам. Отвалите, отвалите, нет! Я молодец. Крещение говном прошло успешно, отлично. Так, что-то я очень близко. Направо, 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 направо. Ребенок, хватит фигню делать. Как тебя успокоить, мелкий? Его звуки, кстати, из геймпада доносятся. А? Нет, все, хана. Хана! Малой, держись! Как тяжело-то! Выжить здесь! 24 миллилитра! Ай-ай-ай! Все, первая смерть, здравствуйте! Ребенок рыдает, я в говне. Дельфин! Дельфин атакует! Нефть! Нефть! А вы говорите, ее мало осталось. Блин, посмотри, сколько ее. Спокойно, я живая. Ненадолго. Выжили, етить. Уровень ребенка, между прочим, был повышен на секунду. Пипец, блин. Я не знаю, как мы выжили. Но, по-моему, эта игра сделана для нас, потому что здесь дельфин 28, вот этот вот Биби 28. А, не говори. Ну чё, малой, ты как там? Противники. Так, при столкновении с противником происходит выброс адреналина, быстро восстанавливающий выносливость. Но после того, как действие адреналина заканчивается, вы не успеваете вот это вот. Выбор фляги.
Выпить энергетик. Ну давай. Я не знаю, каким хреном мы справились, если честно. Но окей. Пописать срочно. Что это? А, я пометила территорию. Теперь все будут знать, что я здесь писала. Что это? Грибы выросли там, где я пописала. А можно их собрать, поганки? Короче, видите, поганки, знаете, здесь сали люди. Господи, что за игра, японцы. Окей. Так, а это что такое? Хиральные кристаллы. Пойдем заберем что. Как мы выжили, серьезно, я не знаю. Я просто что-то, блин, я запаниковала, смотрю, ребенок как бы рыдает. Думаю, надо его, может, как-то успокоить. Единственная вещь, как бы, которая отвечает за мой разговор, это сенсорная панель. Я ее нажимаю, вместо того, чтобы успокоить ребенка, он кричит. Ну, в принципе, как он это делал до этого. Я не знаю, с чего я решила, что, блин, разговор. Точнее, крик перейдет в разговор с ребенком, но это был мой первый позыв успокоить ребенка. Особое устройство. И, короче, это мне чуть не стоило жизни. Мы каким-то образом выжили. Дельфина зато увидели, прикинь. Ой, Ангорта, давай, давай, спокойно. Я думаю, мы сейчас дойдем до куда надо. И стопорнем. Скажем так, первый взгляд для Ютуба. И Ютуб, серьезно, скорее всего, если ты вообще увидишь эту серию, этот ролик... Блин, а как бы так спуститься, не убиться? То приходи на Twitch, потому что, серьезно, очень много музни. Ну, им похибуру просто. Невозможно. У меня были подозрения, что могут быть проблемы как бы с музыкой. Но так, чтобы их настолько много музыкальных композиций будет, это неожиданно. Ух ты, етить, ты и так умеешь. А на кой хрен я иду вот этим путем? Я могла вернуться вот тем, которым пришла. Зачем я пошла сюда, скажи мне? Ну ладно, это что-то необычное. Там есть лестнички, в принципе. Это не совсем те лестнички, а я тут спущусь нормально? Бляха. Господь, если ты существуешь, самое время доказать мне это. Давай, иногда это работало. В инквизиции это работало. Иногда, не всегда, но работало. Вот, давай. Тихо, тихо. Я мастер своего дела. Я знаю, как это надо делать. Я зря это сказала, потому что в следующий раз я убьюсь, скорее всего. Игорь, помоги. Дай веревку. Ох. Так, давай. Угу. Ну, спуск по веревке сделан очень куца, конечно. Но хрен с ним, ладно. Так, ладно, я почти дошла. Слушай, можно, в принципе, и так побегать? У меня же этого нет. Мне баланс держать не надо. Мусора вроде на подбор никакого нет. Надо к мужику заскочить. О. О, музня. Блин, музни просто бесконечное какое-то количество. Кстати.
Да не... Блин, там нет червяков, что ли? Нет. Окей. Я уже съела всех. Помыться целиком? Ну, как смогу сейчас. Ну-ка, Сэм, упади. Упади в воду. Ребенок недоволен. Ребенок плачет. Ему не понравилось. Но я помылась. Как успокоить ребенка? Блин, я не знаю, игра очень странная, но мне прям офигеть нравится. Когда будут какие-нибудь реально долгие переходы, все равно будешь с чего-то ржать. За тобой еще потом люди какие-то будут там кататься. Плюс, если даже ничего не происходит, можешь с чатом трепаться. Это игра идеальная для стрима вообще. Вместе с чатом орешь с какой-то дичи. Когда какая-то дичь происходит, ты орешь, чат делает спуск лишней жидкости. Когда ничего не происходит, ты треплешься. Вообще офигенно. Over and over again. Нормально. Артхаус. Прям поползать охота. Плохо, что мир слишком пустой. Блин, ну... Я даже не буду говорить ничего. Я даже ничего не буду говорить. Раз, тихо. Спокойно, а? Так, давайте вот туда вот сходим. Там что-то было? Вот там. Не, ну это столичный узел. А, подожди. Была какая-то другая иконка. Вот это. Вот я могу с этим как-то? Хотя это моя метка. А почему с этой рожей? Один фиг, давай сходим. Пойдем сюда. Ну-ка, подожди. Можно вот эту метку убрать уже, в принципе, да? Нет, убрать. Убрать. Вот прям... Вот эту линию как-то убрать можно? Убрать все метки. Пускай будет так. Доступные заказы 0. Ник Истон. Ну, пойдем посмотрим, потому что я, честно говоря, в местном инвентаре, точнее, не инвентаре, а интерфейсе, что-то не особо. Я в процессе. Да я уже подошла практически, хватит. А, может он внутри просто там где-то тусует? Ну да, походу. Это, во-первых, логически объяснено, почему мир пустой. Во-вторых, сходите на трассу между крупными городами где-нибудь в Сибири, офигеете. Вот... It's a miracle either of you made it back. When someone with Dooms hooks up to a BB, your feelings and memories cause feedback, like with a speaker. It amplifies fears and stress, and runs the risk of taking you to a place from which you will not return. I'm sorry, but this BB has been pushed beyond its limits. Disposal is the only option. Не дам. Это Коннор, не дам его. Сэм, get cleaned up and come to the president's office. We need to talk. Блин, людям некоторым лишь бы придраться, вот ей-богу. В
постапокалипсисе пустой мир. О боже, как так он... А как-то он начал работать. Хватит вызывать у меня... Сочувствие. Игра. Ой, сердежка. Короче, Сэм такой, эти, твою мать, на что я подвязал сейчас? Петь младенцу будем. Лен Кеннеди, привет. Мы все еще круты. Окей. А как-то качаться тут можно? Здесь есть что-нибудь такое? Потому что вон там время, вот эти вот... Это просто то, что мы получаем. А какие-нибудь там... Большой мочевой пузырь там, знаешь, вот тут. Что-то вроде того. Разное 0,7. Что это разное? Ну, не важно. Это, блин, странное говно, но оно прикольное. Не знаю, как это объяснить. Оно слишком прикольное. Sam, I thought I told you Dooms and BBs were a dangerous combination. Huh, perhaps a shower is in order. You're still covered in chiralium. Тебе кажется. Don't want the president to see you like that. The hell you talking about? She's dead. You're upset. Is this about BB-28? Go fuck yourself. I'm not your errand boy. Well, in any event, it seems it owes you its life. No, we owe the kid. Он фак ему показал, что ли, мелкий? As you say, I shall look after it. Блин, что-то... Give my regards to the president. Орала с игры, что что-то, по-моему, горло себе сорвала, но и так у меня не до конца прошло. Вроде нет прокачки во время. Ну, хорошо тогда. Меньше париться. Ща разденем Ридуса. It's almost time to go, Sam. Тебе удобно в туфлях-то по песку? Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. Эпизод 2. Амели. Там, по-моему, сейчас очень много было миллилитров. Good morning, Sam. Sam, this is Di Hartman. There's a private room set aside for your use. Bridges perk. Во сне переоделся. Wash all that chiralium off, then... Не, ну он, видимо, пришел, упал, немножко отдохнул, потом разделся. Воспользуется туалетом. А я не хочу, что ли? Безобразие! Идет строительство. Идет строительство туалета. Ну как вообще жить-то? Какое нахрен строительство?
Жопу покажи! Спасибо. А чё, блин, вечно баб голых показывают? Где мужики? Нифига, исходил ноги. For fuck's sake. Is it anything private anymore? Oh, no. Except for taking a shower and going to the toilet, that is. О, туалет, здравствуйте. А чё такой маленький? Все ж сидишь, гадишь, а он задвигается обратно. Неловко получится. В душу посыд. Вот они, технологии будущего. Пописить не дали. You did well, Sam. Thank you. Bridget may no longer be with us, but her legacy has a chance to live on. Sam, listen to me. America, Reconstructionism, her dream isn't dead. I don't want to hear it. This is the face of our new hope, our new America. What? Amelie. My mother may be gone, but I'm here. Что-то вот до хрена похоже. And you, Sam? You're here too. О, какая она странная. По сравнению с ним? Been 10 years since you saw each other, right? And in all that time, she hasn't aged a day. He knows why. My body's still on the beach. I don't get to grow older. But you do, Sam. You look good. So you're serious then about reconnecting everyone and everything? Someone has to succeed Bridget, Sam. More importantly, someone has to carry on her legacy and see our country rebuilt. Samantha America Strand, our new president. A new beginning for our people, for our nation. Under Emily's Samantha. Leadership, we'll re-establish the UC, Sam. The United Cities of America. This is how we'll rebuild our country. But we'll need your help to do it, Sam. No, I'm through with this. I said my goodbyes to all of you when I said them to Bridget. We never forgot about you, Sam. You ran away. You cut us off. Emily put together an expedition. The best of Bridges won. And went west. Визуал у игры просто... Ху-ху-ху! I led them past craters in BT territory. I kept them safe while they searched for survivors. Never once missed a BT. Saw him coming a mile away. Получается аббревиатура SS? Нет, получается аббревиатура SAS, потому что Саманта Америка Стрэнд SAS. We convinced community after community to join the UCA, and we left behind our own people to help them. It took us 3 years, but we managed to make it all the way to Edgenaut City. All the way to the Pacific. Jesus. Yeah. But then everything went to hell. The team was wiped out, and Emily was taken. Taken? I'm not being kept in a cell or anything like that. I'm allowed to use their facilities and to speak with you whenever I want. I just can't leave the city. It's all to safeguard the continued independence of Edgenaut City. Well, that's what our keepers are saying, at least. They want the UCA to leave him be.
Emily's their insurance policy in case we don't. Who are these assholes again? Homo Demons. Militant separatist group. Dementоры. They run Edgenot City. I've heard of them. Bunch of terrorists who go around towns killing people and leaving craters. Right. Nothing's off limits for them. Not even engineering void outs. You think the suicide that took out Central Knot was one of theirs? Could be. There are extremists like the demons everywhere, plotting in the shadows. They're decentralized by nature. No one organization to rule them all. Just a common ideology. I know not everyone shares our vision for the future. If we Americans don't come together again, humanity won't survive. I carried my mother's message to people all across the country. But not everyone was willing to accept it. More than a few would rather stay isolated. Keep to themselves. Go it alone. Like you, Sam. They think that America can only be rebuilt by force, by men who tell them what to do, who take away their freedom and put them in shackles. What'd you put on me, huh? You know better than the demons. Just another kind of cult. They're not shackles, Sam. They're a symbol of our bonds. That's what we need right now. Not to stand apart, but to come together, to form chiral knots and reconnect. Sam, we want you to go west and finish what Emily started. The people she left behind have been hard at work, setting up chiral network terminals. But these terminals are still isolated. We need you to bring them online. And for that, you'll need a Cupid. This contains all the necessary security and operations protocols to integrate a terminal into the chiral web. Take the Cupid west, Sam, and reconnect the people of our great nation. And when you get to Edgenot City, find Emily and bring her home. After that, I'll take over the presidency and carry on Mother's work to save the country. This was Bridget's dying wish. This is how we'll move forward. Please, Sam. We need you. I'm Sam Porter Bridges now. I'm not a Strand. Hell, I'm not even part of this outfit. You all saw to that. I'm not getting involved with you or anyone else ever again. Wait! See? It's like I'm not even here. Same as it ever was. Sam! Sam! Hold on. Stop! Listen to me. America needs you. Both of you. Yeah, covering the world in cable didn't bring an end to war and suffering. Don't act surprised when it all comes apart if you try to do it again. Round and round it goes. Connect, reconnect, it's not that simple. All right, Sam. Just take it easy. I get it. You don't have to commit to anything now. Why not get some рест? Good idea. We all need our sleep. Leave it too long and you're liable to reconnect with the other side. The necessary maintenance has been completed. Various adjustments and fine-tuning for your benefit. You can use it again. For once, it would seem that Dooms and BBs are a good combination. Or perhaps the two of you have something of an affinity for one another. Aww. Научите мне петь ребенку. Ты смотри, какое. У меня сейчас материнский инстинкт наружу полезет. Ну, умный сопляк. Срач опять в чате, блин, за английскую озвучку, господи.
Я не всегда выбираю английскую озвучку, ребята. В Days Gone у нас была русская. И русская мне понравилась больше английской, как это неудивительно. Но чаще всего английская лучше звучит, на мой взгляд. Если вам не нравится, купите, проходите. Или смотрите у кого-нибудь еще. У вас есть выбор всегда. Но мы ценим больше за ваше мнение, да? Сэм. И тут она меня нашла, ну ё-моё. Дай поспать, женщина. Русская озвучка в этой игре есть, как неудивительно, кстати. Я думала, ее не будет, но... Внезапно она есть. Listen. You are Sam Strand. No, not anymore. My name is Sam Porter Bridges. It's a funny word, strand. A strand is part of rope or bond. While stranding means being washed up on the shore. And strand, being stranding, you own strand. Is when you can't go home. Death stranding. I'm stranded now, Sam. Here on the shore of the Pacific. Вот в этот момент чувствуешь прикол английской озвучки, потому что strand, stranding, I'm stranding here, понимаешь? И ты такой, иди. Thousands of miles away, but our bond still holds. You're free, but we're still connected. Don't tell me we're not. Платье другого цвета стало. Опа, и смотри, и снова красного. Ну какой эмбиент тут, как эти моменты вот переданы офигенно, блин. Ой, солнце откуда-то взялось. Что за свич реальности такой? Что-то у меня флешбэчит этот кадр, но что-то не могу понять. Денис, ну иди, ну субтитры на пол экрана. В чем проблема, чтобы понимать, что происходит? Было бы желание. Так, мне дадут прописать или нет? Сэм, это Дай Хартман. Ты был как лог. Должен был быть. Приватные комнаты приходят с всеми базовыми амбициями. Шауэр, туалет, etc. Drop in, when you need to rest. Inspect your gear, review info, or whatever else. If you have any questions, feel free to ask our staff. But before you do, why not check things out for yourself? See how Bridges operates these days. Я не смотрю, в том-то и прикол. Ну это твои проблемы. Аллилуйя, могу пописать стоя. Я ж мужик, я ж альфа-самец, я пописываю стоя. Сам. Hartman here. Hartman. Researcher devoted to uncovering the secrets of the beaches and the Death Stranding, as well as those of dooms and repatriates. When you relieve yourself, a certain amount of chiral matter is flushed from your system. Chiral matter can adversely affect hormone secretion and nervous function. There's a correlation between exposure and the development of phobias, as well as in extreme cases, violent and suicidal impulses. Хорошо, в нефти не плаваем. Contamination has even been postulated as a trigger for the onset of dooms,
Allow me to collect a sample of your excretions for my studies. They provide a non-invasive means to monitor your exposure to Kyrellium and your overall health. Как хочешь. Могу тебе еще и сидя что-нибудь сделать. Могу не только пописать тебе, если хочешь. Это он издал вот тот самый звук, о котором я думаю. Ну да, он не пописал явно. Окей. Давай еще и в душ сходим, чего уж. Потому что, по-моему, он жопу не подтирал. Как бы ужасно это не звучало. По-моему, он штаны не снимал. Может, там... что-нибудь. Я не поняла, чем больше ты писаешь, тем больше твоя фобия. Не, наоборот, он когда писает, из него выходит херали эти. И, соответственно, ему становится легче. Надо писать почаще. А он отказывается, скотина такая. Хоба, я оделся. Блин, быстро он это делает. Так, что насчет костюмов и их перекраски, в конце концов? Смотрите, стойку с оружием. Давай. Hey there. Believe we've met. I oversee delivery operations as well as maintenance and repairs. Mm-hmm. Nice to have you on board. I'm Mama. Mama. In case mm-hmm. I didn't mention it before. Those there are strands. Not just used for packing, by the way, but for identification too. Take a closer look and you'll see. See the red there? That's your blood. Я даже спрашивать не буду. Так. А как ты... А в чем разница между этими костюмами? Это мой Биби. Коннор. This is Deadman. I calibrated your BB based on physiological data we collected from you earlier. It's still just the best guess, though. After you take it out for a spin, we can check if you're in sync and tweak the BB sensitivity as needed. Научите меня колыбельным летить. Укачивать. Укачивай Биби. Ну-ка. Привет. У него еще этот болтается, смотри. This case will remove any chiral matter still clinging to your suit. Speaking of suits, blue is for delivery personnel, red for medical, orange for corpse disposal, and black for security. Окей, так, изменение цветовой схемы попёрло, но при этом, смотри, это стандартный, да, вариант, я так понимаю. Мы можем, ну, как бы, предпросмотр раскраски, что ли, или что-то вроде того? Или это именно разные костюмы, которые по сюжету будут переодеваться? Потому что что-то как-то невоняненько. Так. Очки могу перекрасить. Донателло! Слушай, Рафаэль! Ну, практически Микеланджело. Где Леонардо? Чуренький. Ну, можно под твич, знаешь, фиолетовый забабахать. Но черные неплохо, кстати, смотрелись в целом. Линзу можно сделать прозрачной. Вот кто хотел, чтобы глаза были видны? Давай сделаем. Ну давай черные очки оставим. Черный всегда к месту. Подтвердить. Только очки могу перекрасить. Что там еще было за предзаказ, по-моему? Не? Ну ладно. Так, что я еще могу? Смотреть стол. Выпить. Монстр! Серьезно. Ну хрен с ним, давай. Он вроде халявный. А можно просто пожрать? Как-то.
Мясо желательно при этом. А можно еще? Так, эти ребята. Ненавязчивый продукт плейсмент. Ну, в финалке в 15-й, кстати, он тоже был ненавязчивым. Там Колман были вот эти вот предметы для кемпинга. И никто не от этого не умер, господи. Зато потом, если кто-то не знал, например, что есть такой энергетик, он падет в магазин, такой, идите, монстр! Стамину прокачу, да-да-да, выносливость повысилась. You don't have clearance for everything, but there's still plenty you might find informative. Mm-hmm. О, я заманаюсь, конечно, тут. Данные, что там по данным? Советы. Ну, это вот это вот надо проскипать сейчас, чтобы она не сверкала мне в глаза тут. Интервью. Посмотри транскрипцию интервью. Ну, это потом, видимо. Это прям, знаешь, хроника моих походов. Окей. Проигрыватель. Ну, это мы сделаем, но на Твиче потом, когда закончим. Надо будет посмотреть, что там. Слушай, ну мы сохранились. В принципе, сейчас куда-то выползать, наверное, смысла особо нет. Давайте мы выйдем от Седова. Сядем и, собственно, вот здесь для ютубчика первый взгляд-то будем заканчивать. Сейчас еще какие-то фигурки посмотрим. Что? Прикольно. Вообще не страшно. О, масштаб просто офигеть. Я все сразу увидела. Окей. Видимо, по ходу дела сможем находить что-то. Короче, вроде все посмотрели, да? Фигурки посмотрели, в душ сходили пописать. Нет, не только пописать тоже. А, прическа! По-моему, здесь можно еще менять прическу, но это не точно. Ну-ка. Сфотографировать? Зачем? Удачная фотография. Блин, давай еще движение. Давай, я еще хочу. О, нифига себе, как они рот проработали. Ну, хотя в такой игре, учитывая, что здесь как бы вот это вот, неудивительно. Ой, я отсюда не выйду никогда. Что бы это ни значило. Я хочу фигурку Нормандии, да? Ты заляпаешь стекло, блин, кто его мыть будет. Сейчас так... Дебилизм, ну прикольно. Японцы, мать их. Ребенок тащится, судя по тому, что у меня очки Биби падают. Люблю, блин, бесполезный и тупой интерактив. О, прыщик вскочил, смотри. Коннор ставит лайкосы, да? Ну это было уже. Можно, кстати, смотри, прям не отходя от кассы, вертеть дальше. Он будет дальше делать, по-моему, да? Нет. А если просто наверх? Это, по-моему, отсылочка к этому... Как он? Prey. Вовремя. Ну давай, еще один раз. Ч
что-нибудь новое. Давай, Ридус. Ну давай. Ну не. Ну хорошо. А прическа? Я знаю, что там можно как-то волосы в хвостик завязывать. Либо это по сюжету каким-то макаром. Проверить биби, стык, снаряжение. Ну, там ничего особо не было. Выйти, использовать терминал. Может, со временем откроется? Может быть. Либо я что-то у раковины не заметила. Подожди, давай еще раз посмотрим. Может быть, надо вниз как-то камеру опустить? Хотя нет, там же нет. Там, если я R-очку нажимаю, он сразу начинает действие делать. Не. Ну, может, потом. Не знаю. Может, потом мне зеркало какое-нибудь нормальное поставит, и я... О, он звуки издает. Ты чё? Малой. Прикольно. А он одно и то же каждый раз делает, да? Tired, huh? Ну все, он спит, окей. По шкале от 1 до 10 сколько, Кадим? Пока что 11. Что-то оно такое клёвое, блин, я не знаю. Оно что-то офигенное. Это очень сложно объяснить. Мы, кстати, да, планировали как раз сейчас заканчивать. По крайней мере, для Ютуба. Поэтому, Ютуб, приходи на Twitch, потому что, ну, сам понимаешь, авторские права. Музни очень много. Она играет практически постоянно. Это будет Unreal. Просто мы получим бан на этом Ютубе, если мы будем проходить это на Ютубе. Поэтому приходи в Ютуб, на Твич, и воздастся тебе. Но пока что что-то офигенно. Я не знаю, как это объяснить, но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вот.